Welcome to the club, buddy. И всем привет у аппарата. Как всегда, я Дэн Фоб. И сегодня я хочу вам показать, рассказать о такой замечательной фигурке по имени Rumble. Эта фигурка у нас продавалась по линейке Transformers Prime. Если сейчас я не забуду, то я ставлю вам кадр, где как он выглядел запакованным. Эта фигурка очень хорошая, подвижная, и у нее недостатков, я вам скажу, нет. В те времена фигурки делали хорошо. Да, но трансформация уже потруднее, чем сейчас. Сейчас, конечно, трансформация легче, но эта легкотня как-то не так, что ли, ну, как вам сказать, не так вот позволяет, что ли, интерес к трансформации, там, а вот по Transformers Prime, там, трансформация какая-то замысловатая. То есть ты должен именно запомнить, а не вот посмотрел раз-два на инструкцию и все. Вот. Именно за это я люблю фигурки по Transformers Prime, потому что они, типа, когда ты их превращаешь в автомобиль, в самолет или еще какое-то транспортное средство, то тебе не вот прям легко, а надо тебе несколько раз сделать это действие, запомнить, и уже тогда тебе будет легко. Ну, это, в принципе, мое это мнение. А сейчас я вам показал оружие Rumble. Они мне понравились. Они очень хорошо выполнены. Также они подходят к линейке Siege и, ну, и другим фигуркам тоже хорошо подходят. Сейчас мы видим, как я проверяю его руки. Видим, у него рука 360, сгинается рука. Голова вращается тоже на 360 градусов. Также я фигурку пофиксил, но там в некоторых местах краска, ну, немножко облезла, я подкрасил. И лаком все закрасил, чтобы ничего больше такого не было. Нога сгинается, как вам объяснить, стопа или тоже сгинается. Нога может тоже двигаться, и он также может сделать шпагат. Вот. Также у него есть сверху пушки. Да, если же вы заметите, у него есть сверху пушки, они нарисованы, но, конечно же, камера это не сильно передает, но я вот вижу. У кого есть Rumble, вы можете понять, что у него там есть сверху пушки. Так, давайте мы его трансформируем. Голова прячется, ноги тоже у нас вот так, таким образом прячутся. Ноги у нас в коленях сгинаются. Так, достается бампер автомобиля. Автомобиль, я вам скажу, похож на Subaru, которая такая, ну, сейчас вы увидите, я не могу назвать эту марку, потому что я ее плохо помню. Так, здесь мы, нам нужно достать эти пушки, раздвинуть и перевернуть их. Но сначала мы должны вытащить часть машины, крыши машины, вот так, руку повернуть вот так, там у нас все фиксируется. Точно такое же действие повторяем с этой стороны руки, точнее с другой рукой. Тоже руку так вот переворачиваем, там у нас тоже все закрепляется. Так, теперь вот это у нас может так тоже, хоп. И теперь нам нужно вытащить, да, вот таким образом колеса машины. И теперь нам нужно перевернуть часть тоже машины, крыши и плюс задний бампер машины. Вот так. Да, и, конечно, небольшой минус, это все время у меня открывается вот так вот башка Rumble. Вот. Ну, а так фигурка вообще классная. Вот я уже все это сделал. Я нажал на паузу и быстренько все сделал, чтобы не томить вас. Вот. Также мы теперь должны это все закрепить вот таким вот образом, и крышу тоже должны мы собрать вот так вот. Так, и сейчас я вам покажу, тут даже значки десептиконов нарисованы спереди и сзади. Вот такие мелочи все-таки все равно делают.
Так, теперь закрепляем всю вот эту всю конструкцию сюда. Вот. Ну, Рамбо в моих видеороликах звездился уже очень часто, и я решил снять про него обзор. Готово. Альтмод машины готов. Пушки мы можем при желании прикрепить вот эти вот отверстия. И у нас получается, что он как с ускорителями. Или же по-другому мы можем перевернуть, и будет казаться, что он, как показывались в фильмах, антисептиконы вытаскивали пушки и стреляли. Также машинка очень хорошо ездит, скользит и делает дрифт. У меня вот почему-то все время, когда она едет, делает дрифт. Вот, открепляем пушки, рассматриваем машину. Видим, она похожа на Subaru, прям очень сильно. Колеса, знак десептикона, хорошо прорисован фиолетовым цветом. А у нас стекло выполнено в красный цвет. А вот у нас еще знак десептикона. Минус, конечно, фары не прорисованы. Весь трансформер у нас снизу машины. Колеса крутятся. И передние, и задние. Фигуркой я очень доволен. А теперь давайте мы сравним с другими трансформерами, которые у меня есть в коллекции. Первый — это дрифт. Видим, выглядит очень хорошо, очень прямо эстетично. Второй у нас — это нокаут. Нокаут выполнен тоже из этой же линейки по трансформерам Prime. И видим, они прям очень хорошо совместимы. Команда выглядит очень хорошо. Следующий — это бранд. Он у нас выполнен по линейке Siege. Видим, очень прям хорошо, прям красиво смотрится вместе. Вот. Следующий у нас — это Автобот Crosshairs. Сразу видим, Crosshairs намного больше по альтмоду, чем Rumble. Следующее фото — это у нас типа сцена погони. Если бы Rumble уезжал от дрифта, как бы выглядело это, ну, по стоп-моушену. Хотя я хочу сделать стоп-моушен, но надо уметь тренироваться и делать. Следующая сцена — это типа Crosshairs догоняет Rumble. Ну и следующая сцена — Rumble и нокаут у нас типа уезжают. Ну или просто типа гонка. Ну вот просто сбоку так я сфотографировал. Видим Рамбл во весь рост, с оружиями, как он выглядит. Да, руки у него уже расшатаны. Я фиксить очень боюсь, если я что-то не то сделаю, то сделаю еще хуже. Так что я оставил все как есть. Выглядит следующим образом так. Ну, в принципе, фигурка очень хорошая, мне нравится. Я бы его ни на кого не променял. Он очень красивый. Септикон прям отличный. Видим, как он выглядит. Если он руки поднимет вверх, так же типа внизу у него руки вот так вот с пушками. Да, я люблю оставлять его именно с пушками, и так он выглядит гораздо грозней, как обычно. А так у него просто руки. Здесь типа фотографии. Дрифт хотел поймать Рамбо, но в итоге Рамбо его хоп и сам его на курок поймал. Здесь у нас дрифт трансформировался. Ну, такой вот кадр. Думаю, вам понравится. Также свою официальную группу ВКонтакте, которая есть ссылка в описании, все эти фотографии я выкладываю. Делюсь с эксклюзивным контентом, который еще не вышел на канале. Дрифт и Рамбл. Сравним теперь их робо-моды. Crosshairs и Рамбл. Конечно же, я сравниваю не со всеми, что у меня есть в коллекции. Ну, что есть, то есть. Потом бранд с Рамбл. Потом у нас нокаут с Рамбл. У нокаута, увы, есть только калиберст. То есть оружие для него — это калиберст. Так вот выглядят они трое. То есть Сидж и два Прайма. Это вся команда трансформеров, которые у меня есть. Рефрактор, бранд, нокаут, Rumble, Dead End и Starscream.
Надеюсь, ролик вам очень понравился, и вы также поставите лайк, напишите комментарий, позовите друга. А на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Валера, настало твое время. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.